Всем привет! Это анонс пятой серии шоу «Холостячка» с Ксенией Мишиной. В этой серии будет три свидания. Свидание с Лешей на воздушном шаре, свидание с Андреем Шатырко на каное, двойное свидание с Александром и Андреем Рыбаком на квадроциклах. Правда, Андрей уступит Александру, так как они друзья, и уйдет со свиданием. И Александр будет с Ксюшей вдвоем. Свидание с Лешей будет очень романтичным. Все пройдет, как всегда, гладко. Ксюша будет довольна, Алексей тоже. Свидание с Андреем будет неоднозначным. Ксюша с Андреем прокатятся на каное до шатра, где их будет ждать романтический ужин. Андрей попытается ее поцеловать. Но это ему не удастся. И одно из свиданий будет двойное. На этом свидании будут Андрей, Саша и Ксюша. Ребята покатаются на квадроциклах вместе. А потом Саша попросит Андрея удалиться. Андрей уйдет, так как Саша его лучший друг. Ксюша это не оценит, так как ей нравится Андрей. А то, что он ушел, показывает, что он не больно-то хочет за нее бороться. Девушка разочаровалась, зато прекрасно проведет время с Сашей. Саша придумал ход, как провести с Ксюшей ночь или хотя бы вечер. Он подстроит, что уедет автобус, который привозит их на свидание и увозит обратно домой. И Саша с Ксюшей останутся ночь в палатках, где, возможно, состоится первый поцелуй. Думаю, серия будет интересной. А на этом все. Подписывайтесь на канал. До скорого!